Стою ослепленная весенним соником, позираю вверх в небе, лунают наши буслики, родненькие наши прилетели, мальчонки первые, девушонки за ними, хлопцы рыхтуют для них житло. Ведайте, аж настрой, вот узнялся, кто бусел полетел. И я полечу в новое подороже. Приехала я сегодня, сябры, у цудовнейшую мястину. Я у Жермунах, это неподалечку от Лиды, на ускрайку Вороновского района. Люди тут цудовные. Ну, все вороновцы, разумеете, сябры, и они вот такие выдатные люди. Тому сегодня мне двойное свято, разумеете, даже тройное, чтобы бустик пролетел, так вообще капитально стало. Ой, и доска гонору висить, и люди цудовные. Агрогородок Жермуни – центральная сядіба комунального сільськогосподарчого унітарного предприємства «Експериментальна база Кастричник». Господарка спеціалізується на вирощуванні елітного насіння збожжевих культур і бульби, додатково займається живёлогадоўлею. Головный знак отрознения любой конторы, это припаркованные лесопеды работников, разумеете? Вот это мне для оздоровления традиция такая и для скорочения шляху от хаты до працы, мне не подобается. Я бы даже сама вот немножко, ну, не могу, надо это, бегче, мало ли директор на месте, сейчас же посевна идет, еще куда убежит, потом ищи его, а хозяйство ж не маленькое. Агульная земельная площадь господарки складает 8238 гектаров, у тем лику 7503 гектары сельгасугодзяў, з их 5474 гектары – ралли. Середнесписочная колькасть працуючих у господарцы – 274 человеки, з их 21 человек – кіраўніцтва, 29 специалистов, 15 служащих. Я в интернете прочитала, что у Кастричнику надто молодый директор. Ну, думаю, так немножко прибарахлюсь и шлемень новенького такого взяла. И курточку сняла, думаю, так, приемная. Ну, чтобы встреча состоялась, значит, произвести впечатление. Ага, заходим. Ворвалася у прийомну, щоб дівчонки привітання всім. Надо ж КПП прості. Чи на місці ваш директор? На місці. Ой, як це хорошо, така радісна новина. Він як з ним договориться, можна так? Я просто сюди волнуюся. Хороший чоловік, договориться. Ой, тоді я куди? Проходіть. Сюди, да. Ой, щабри, заходимо. Почекайте, сердце мое тремтить, Андрей Иосифович. Сябры, дозвольте вас познакомить. Директор, так. Экспериментальная база Кастричник. Экспериментальная база Кастричник, Вінскевич, Андрей Иосифович. Вельми приемно. Молоды, пригожие девчонки не подманули. И мы уже досье на вас собрали. Там, кажут, такие у нас хорошие, такие хорошие. Нехто названивает вам. Історія КСУП «Експериментальна база Кастричник» починається у 1954 році, коли відбулося об'єднання дробних колективних господарок, створених на гетих землях під час масової колективізації селян. У склад господарки увайшли сільськогосподарча артель «Червоний Кастричник», саугас ім'я Мічурина і ім'я Сталіна. Господарка росла і узбуйнялася. А пошня реорганізація відбулася у 2017 році, коли до яє долучили КСУП «Тракельський». Андрей Васильевич, дозвольте запитаться. Значит, я ведаю, что Жермуни недавно совсем долучили еще одно хозяйство до вас, укрупнилися. Ну, недавно, сколько, 5 лет тому назад укрупнились. Так кажется, ну и недавно, в принципе, что время быстро идет, как бы тут не успелось посевная быть. Посевная тут уборка, опять посевная уборка, и так вот все время проходит. Ну уже Тракельская эта зона утянулась? Конечно, утянулась у склад, утянулась и, ну, конечно, все уже единое стало. Ой, еще одно питание хотела запытаться. Вот то, что Лида совсем побольше, это оно для вас плюс или минус, вот это... Может, какие-то сюда приезжают до вас работники с Лиды, может выйти. Это как бы Лида и Лида. С одной стороны, кажется, что когда близко город, наверное, неплохо. Но с другой стороны, если взять много людей, которые проживают, скажем так, в нашей деревне, в наших, нашей сельской местности, много, которые работают, едут в город, работать в городе работают. Ну, как-то так. Ну, если брать с города, то ездить у меня главный... Агроном с города с Лиды, зоотехник ближайших там местности Лиды. Тому запрошаем у Жермуни на постоянное место жихарства. Запрошаем постоянное место жихарства. Всех работников, механизаторы могут быть, животноводы, главные специалисты, подглавные специалисты, у технической службы, у агрономической службы. Как бы есть жилье, предоставим жилье, трехкомнатные квартиры есть. Ну, тут...
как бы заработная плата неплохая, скажем так. Господарка местится у 15 километрах от райцентра городского поселка Воронова и у 115 километрах от областного центра города Гродно. На территории господарки размещены 23 населенные пункты. Дейничая средняя школа и базовая школа, амбулатория, 2 ФАПы, 3 библиотеки, 3 клубные установы, а так само магазины, отделение пошты и банков. Протягуючи своє подорожжя по контори щабри Кастрычника, зайшла до головного економіста Ганна Вікторовна, правильно? Здравствуйте. Мені приємно з вами познайомитися. Ганночка Вікторовна, мені сказали, що ви не тільки там, ну, різні там плани, підсчоти, але ще й зарплаткою завідуєте. Ну, начисляємо. Начисляєте, да. Ну, ось, коли ви лічите зарплату, зарплата ж свято, це ж свято, розумієте, для людей. Ви відчуваєте, що от прийде зарплатка, і люди бачите, що вже нормально, цифри там вийшли. Что люди обрадуются. Вот есть такое пошутё? Ну, есть у них. А бывает, вот расчёт не глядишь, и ну, в этом месяце, конечно, не повезло. Есть вот таких, да, что и 100 рублей на руки только. Да. А сейчас, наверное, в магазине можно набрать на крыжик. Ну, это нет. Это я не знаю про магазин. А, это... Бо я не работаю в магазинах. Зразумела. Ну, сябры, я вам так хочу сказать. Як працуешь, так и маешь. Все, на этом всё. На этом кропка. Чим мені ще жермунська контора подобається, сябри, так це тим, що озеленення произошло, понимаете? Що я так розумію, що це рук дівчонок справа. А де дівчонки, звісно, в бухгалтерії. Заходимо. Ага. Дівчонки? Ой, сябри, до дівчонок зайшла, ведаєте, аж настрой піднявся. Такі вообще красавицы, ну, як я люблю. Дівчата, дорогі мої, весенний почався період. Скажіть, вам чи не хочеться з цих кабінетів вирватися на вуличку? Хочется. Хочется, чтобы субботничек какой организовать. Или у поселной принять удел. Да, обязательно. А, вот у поселной бывает такое, что запрошают вас принять удел? Может, и у уборцы? Там, я помню, у нас колисти гоняли там бульбу убирать. У вас такого уже не практикуется? Нет, практикуется на уборке. На уборке, да, бывает. Сябры, вот это дополнительно до основной працы какие-то такие справы, они вельми сплошают. Это тимбилдинг, кажучи по-английски. Я такое слово выучила, да. У склад господарки уваходять два витворчих участки – жермуни і тракелі, один молочно-товарний комплекс, 4 молочно-товарні ферми, одна ферма по обновленню живьоли, 4 ферми по откорму живьоли, одна ферма по догадовуванню буйної рогатої живьоли. Так само у господарці дійнічують 2 ремонтні майстерні, 2 пілорами, бульбасховища, 2 заправки, склади для заховування. Прислухайтесь, сябры, як співають, а? Вот это вещение, перезвоны птушины, это, ну, ведайте, ну, лепшая музыка в свете. Ой, почекайте, стоит молодый, красивый, а мне говорили, что головный агроном, напевно, да? Все правильно. Дайте все... лапку, пожму Надея. Пожалуйста, пожалуйста. А как звать Артем, вас? Артем Геннадьевич. Артем Геннадьевич, сябры, полянчики, молодый, красивый, не хуже, чем директор, понимаете, что? Можно просто Артем конечно, до вас? А конечно, то конечно, так-то, я вам, наверное, старше. Скажите, Кайласка, посевная уже, как бы, на финишной промой, правильно? Ранних яровых сев завершен, да, сейчас плотненько занимаемся севом сахарной свеклы. Это уже опошняя культура, тебе еще что-то требует? Кукуруза. А, кукуруза. Кукуруза. А бульба? Бульба, совершенно бульба. Верно. Да, еще да. Шмат, как бы. Шмат. Ну, то, что в этом году такая ранняя весна, это плюс или минус? Плюс, конечно. Плюс. Подтянули работы, нету такой скученности. Этап за этапом и механизаторам легче нам. А вот тот молодый, красивый, вот это механизатор, да? Механизатор, да. Молодый, красивый, опытный, один из лучших, скажем так. Ну, пойду Буславу пишу такому человеку. И не одного, и легко. Бусла выписываем. Три разочки. Мой вы дорогий человек. Артем Геннадьевич такую рекомендацию дал Леониду. Сказал, что вы лепший из лепших, что вы працуете уже не первый год и опытом маете. Вы скажите, вы только на поселной задейничаны или в общих процессах? Во всех. Да. Леонид, а сколько год вы уже працуете у этой господарки? Это одинная господарка в вашем жизни? Здесь еще, может, працевали? Не в одном. Ага, и сколько вот уже тут? Ну, с 87-го года. Так, почекайте. Так, это 37 годов, да. Уже? 37 годов. О, то еще 3 годика и будет 40-ка юбилей можно святковать. Да. Ось человек, может, по-соправдому и счастливый передо мной стоит, потому что, видите, прожил все життё, отпрацевал на вельми необходимой для людей працы, и еще и на пенсии працуя, и все, как бы, склалось так, как оно повинно было скластися. Поплыл мой корабль. С Богом, мои дорогие, чтоб бурачки вот такие выросли, это только ботвиня.
ось на таких людях, якія вельмі адказна адносяцца да сваёй працы, якія любяць працу сваю, паважаюць, да зямелькі з такой любою. От трымаецца наша сельская гаспадарка і вся Беларусь наша. Яшчэ і воздушніцу плясну. Сярод пасяўных плошчаў гаспадаркі амаль што палову займаюць збожжавыя і зернябабовыя культуры. Пад іх адведзена 2650 гектараў. Бульба будзе пасаджана на плошчы 70 гектараў, кукуруза на зялёную масу 750 гектараў, цукровыя буракі 350 гектараў, рапс 500 гектараў. У мінулым годзе найбольш парадаваў ураджай бульбы, рапсу і цукровых буракоў. Іх ураджайнасць склала адпаведна 469 центнераў з гектара, 42,5 і 613 центнераў з гектара. Перабегла дарожку, сябры, значыць, ну не магла не звярнуць увагу, так аж вока рэжа гэта казялёная, это азімая, правільна? Азімая пшанічка, да. Пшанічка. А на зіму только пшаніцкую сеяць или якіта ще? Трыцікалі, рож і пшаніца, да. А, да, тры культуры. Тры культуры. Тры культуры. Да. А я, ведаце, яна пока маленькая, так і не разабраць, што это. А вы вот так на глаз можаце, ну, сказаць, могу, што? Могу, уже могу, ці да. Ці вы па памяці помніце, што тут пасеяна? Що это з гадамі, скажам так, прыходзіць, да. Ізначальна тяжело отлічыць, а уже когда немножко поработаеш, то ага. Отлічаеш. Ну, хорошо обошла. Хорошо, замечательно. А зімая вообще супер. А зімая вообще супер в этом. Для того, каб урожай быў добры за зімы, што вот тепер неабходна, што каб... Ну... Ранне-весеннія падкормкі і влага, і влага. Влага. Ага. Адзін з асноўных кампанентаў. Прыгажэйшага фона для маёй размовы і знайсці ў вясенні дзень было б немагчыма. Галоўная падкормка – гэта арганіка. Ось, значыцца, хлопцы грузяць і разносяць, як правильна сказаць, не знаю, ну не распыляюць, ну, в общем-то, раскідваюць па полю. Значыцца, ось гэта падкормка, яна сапраўды вельмі-вельмі неабходная, таму што, ну, ва ўсе часы вот это арганічнае ўсё, яно самае-самае найлепшае. Артём Геннадзіч, я ўсё правильна сказала? Или что-то не так? Все так, конечно. А органика – это ваша тоже, жирмунских девчонок октябрьских, правильно? Да, да, да. С фермочек. Самых лучших, самых красивых, да, наших девчонок с фермочек. И самое якостное, между прочим, как сказать, навоз. Навоз органического удобрения, да, да, да. Скажите, кольки вот, ну, мне как дашница интересующая, значит, кольки надо, ну, на метр там, чи на сотку, сколько надо, ведро, два, три? Мы тут не мелочимся, грубо говоря, скажем так. На гектар носим, ну, в зависимости от культуры, под картофель до 100 тонн на гектар, под свеклу 80. А я под все одинаково шарахаю. Ну, не помешает, а дело такое, конечно. А можно, ну, переудобрить гноем? Чи нельга такого не бывает? Навряд ли, навряд ли, навряд ли. Стараться нельга нельзя, ну, все в норму, скажем так, все в меру, да. Не змагла прайсці міма, сябры. Значыцца, стаю на полі. Хто з вас дагадаўся, напэўна, ўжо многія ведаюць, што гэта за культура. Ну, больше я, канешна, любяць, кадай яна ўжо ў цвіту, ўся прыгожая такая. Это рапсік. Ось, уже суквецці. Я б сарвала, але, знаеце, ну, не хачу ўражайнасць портіць. Ось, значыцца, суквецці. Ішчэ падымецца крышку. Ну, не крышку, так добра падымецца. За цвіце будзе жаўчусенька. А вот пад'язджаюць, значыцца, хлопцы, займаюцца ўнясеннем. Чэсна кажучы, шас пазаву своего провожатого. Артём Геннадьевич, не стойте так одиноко вдали от меня. Что мальчики делают, что уносят? Носим пестициды, значит, обрабатываем рапс от вредителя и одновременно регулятор роста уносим. Ага. Это обовязково такая процедура? Это обовязково, да. После этого что, еще вегетация больше пойдет или как? От вредителя работаем, значит, сейчас цветоед на рапсе, рапс фаза бутонизации, дабы сохранить, скажем так, максимально цвет, цветение и, естественно, в будущем урожай. И регулятор роста уносит, чтобы растение, скажем так, больше раскустилось, да. Больше распустилось. Боковых стеблей, чтобы больше дало, да. Скажите, у рапса штука семку берут, да, вот эту потом, ну, которую да, чистить? Да, да. А вот эта зеленушка куда потом идет? Измельчение, комбайн измельчает сетчку, скажем так, на сидират, зеленое удобрение. А, на сидират, зеленое удобрение. Да. Удоволь наглядевшийся палетка, все проглядевший, як уносить органику, и иншие там всякие удобрения, все-таки не могла я не завитать, еще и на молочно-товарную ферму Романы. Такая девчонка красивая нарисована. Значит, органическое, что они производят, мы видели. Сейчас посмотрим еще и на молочко. Тоже органическое, ну, в смысле, ну, вы поняли, да, что я сказала. Фермачка такая так у прыгожым мясціне распалажылася. Акуратненька, вон уже бачу маленечкі стаяць з домішку, выглядваюць, носікі высовуюць. Сунемся.
КПП проскочила со свистом, все бы. Ой, не ведаю направо, чи налево, но тут какая-то молодая девчонка стоит. Доброго дня. Здравствуйте. Надея, я извиняюсь, что я так усунулась, ни с кем не поздоровалась. Светлана. Вельми приятно познакомиться, Светочка. Не, ну, глядя на то, что вам лет 18, кто тут за главного у вас уже кто есть? Спасибо, конечно. Мне давно не 18. Да. Но здесь главное я. Да вы что? Да. Боже мой милый, слушайте, вы бачили, какие у Жермунах молодые специалисты работают? Я все трукаю, они до меня не выходят, что-то немножко испугались меня. Ну, наверное, новые люди, поэтому... Чужаки, да? Да. А к вам же, наверное, с лаской. Ну, в основном у нас к телятнице они так идут, встречают ее. Те, кто кормят. Да, те, кто кормит их, те, кто их гладит. Разумею. Ну, у вас в этих домиках, я так разумею, самые-самые немаулятки стоят. Да, ну у нас все телятки стоят, ну, стоят в домиках этих индивидуальных. Они у нас рождаются и до 2 месяцев находятся у нас. До 2 месяцев. А там уже на доращивание отправляем на другую фермочку. А, уже уезжают. Да. Глобальное переселение. Стояли, любовались со Светланочкой телятками, и она всех любит, поважая, как и я, так разговаривались. Глядим, подошел головный зоотехник Павел Иванович, сябры. Дозвольте познакомить. Это человек, который не только на одной ферме, но и по всех фермах занимается воспроизводством, выращиванием и всем остальным. Правильно я говорю? Правильно говорите. Очень ответственная работа и очень приятная работа. А когда все получается, вообще душа поет. Работаю очень много уже, с 86-го года, как закончил Гродненский сельский институт, так и работаю по своей специальности. Всякое было, всякое переживал, но когда видишь результаты своего труда, просто душа поет, а сердце радуется. Вот на дворе 24-й год, 2024-й, гэты год, ну, а пошли, может, период гэты, он как бы на подъеме крышку идет? Или теперь вот, який период переживаете вы? Вы знаете, мы сейчас в нашем хозяйстве переживаем очень ответственный период восстановления молочной продуктивности дойного стада. И самое ответственное – это работа, связанная с правильным восстановлением воспроизводства стада. Ага. Без этого практически животноводства нет. Так. Если маленькие телятки хорошо живут, хорошо развиваются, тогда будет хорошая телочка, будет хорошая коровка, будем сидеть и с молочком, и с мясом. У господарцы налічваецца 5341 галава буйной рагатай жывёлы, у тым ліку кароў дойнага статку 1726 галоў. Валавая вытворчасць малака за мінулы год склала 8855 тонн. На дой на адну карову па гаспадарцы 5048 кілаграмаў. Рэалізавана малака ў заліковай вазе 7133 тонны. Гатункам экстра прададзена малака 59%. Прадукцыя вырошчвання буйной рагатай жывёлы за мінулы год склала 934 тонны. Сярэднясутачная прыбаўка вагі 681 грам. Зайшли в основное помешкание, тут коровки, значит, стоять, попали на тихий час, да? Сейчас они отлеживаются. Вот мы, коли коров пасли в детстве, то они, ну, там, ближе до обеду лягали, ну, поела и лягла. А тут, покольки еда на месте, как они лежать? Вот тоже лежу все разом. Это у них как-то заложено так, ну, и наш мужик в этот час и есть и теперь, правильно? Да, они выходят с дойки и идут отдыхать. После дойки, это у них отлежка. А сколько повинна она вот годину, две, ну это все кожное свое, нема такого. Ну, тоже тут каждая корова по-разному, но в основном 4 часа должна корова после дойки хотя бы отдохнуть. 4 часа должна. Слушайте, так я корова выходит, мне тоже я покушала. Ну, не выдоилась, но покушала. Мне надо полежать хотя бы часик. А потом они кушают. А потом опять кушают. Да. Слушайте, не жизнь, а малина. Поела, полежала. О, красота. Светочка рассказала, что вот эти коровки, они, значит, цельные, им скоро уже... Да, в этом месяце. В этом месяце? Им, да, целиться. Будущие мамки. Я хорошо, они такие больше спокойные, правда, они так больше рыхтуются. Да, да. Но они уже не доятся, да? Нет, они уже в запуске, да. Уже в запуске. Корова повинна, сябры, повинна, как было молоко, повинна обовязково народить дитя. А молочко. Вот хорошее, смачное. Ну, смачное, экстра сорт, ну, 100%. На 100%, да, 100%. Молодцы. Ну, видно, знаете, по девчонкам одразу бачно, что только экстра такие могут давать, потому что красивые.
Сябры дорогие, почекайте, сейчас тормозну эту телегу. Отрымалась такая историчная ситуация, у меня подъехала это молочное, как называется? Такси. Такси, вези вдоль ночных дорог. Значит, тут вы привозите харчевание для этих вот маленьких. Да, харчевание и воду. А воду, ага, зрозумела. И тут все сбалансировано уже, как положено, да, все сделано? Все сделано, литраж наставлены. Но если вот организм требует, положено, например, 5 литров, а мой требует 7. Дольете? А, ну нет? Да, это видно, уже как едем обратно, если нема, доливаем воду. А, о, это мне нравится. А с молочком так же, как с водой? Так же, все так хватает. Же, да. Все правильно. Сябры, потому что, ну, кормление – это основный залог добрых потом приростов и надоя у всего, как сказал головный зоотехник. Слушайте, ну, красивенькие лежат они у вас аккуратные. Конечно. Здоровенькие, наетые, напитые. Ой, вообще, слов не могу. Доглеженные. Дозволили мне принять удел, значит, у кормления. Но тут вода, это обовязковый у рационе таких немовляток. Значит, наливаем. Сказали, какое ведро, чтобы, не дай бог, ни в то не налить. Жмем. Это как на заправке. Бензин я заливаю. О! Потекло. А сколько лить, Оксаночка? А, само остановится, да? Течет ручей, бежит ручей. И я ничья, и ты ничей. О, все. Чарпак норма, как говорится. Пошло. Все, иди, миленький мой, уже налито. Сюда ходи. Сюда. Значит, еще одну наливаем. Пошло. Ой, нравится мне такая работа. О, все, миссия моя выполнена. Первый пошел, одного напоила, второй еще не рискнул пока из моих рук попробовать. Сябры, ведайте, когда такую справу добрую робишь, ось, дай моя рыбка. Так понимаете, что, ну, отчуваешь некую свою значность в этом свете, что вот кому-то добрая справу заробил. Моя ты рыбка золотая. Что не привыкли ко мне. Ну, если бы я тут недельку-другую побыла, так мы, наверное, сработались бы. Скончивши свое подороже по летках, сябру, вспомнила, что мне у конторы рассказывали, что в Жермунах свяжак, понимаете, что новье поставили дитячую пляцовку, она не просто там, ведаете, дитячая, она одна вот такая-то особенная. Сейчас мне Людмилочка Антоновна пришла до меня рассказать, это який объект, и он для деток, для дорослых, для всех, наверное. Да, для детей, для взрослых, это вот сотрудничество районной власти и руководством сельхозпредприятия. В прошлом году, к Дню знаний, 1 июня, вот детям такой подарок преподнесли, это детские игровой комплекс, да, был приобретен руководством нашего хозяйства, и вот такой тренажерный, спортивный. Для таких легкоатлет, как я. Да, это по инициативе Дмитрия Ивановича Захарчука, нашего председателя райисполкома, также вот были приобретены, и наши дети оценили, не только дети, но и взрослые оценили этот подарок, все были благодарны. Ну, вот делается все для наших жителей, для нашего агрогородка. Открывали я урочистых обставинах, ленточку перерезывали. Если нет, тогда предлагаю повторить этот праздник, обмотать лентой и урочистых. Открытие было сугубо детьми, ага. А еще были установлены только детские игровые комплексы, и все было еще ленточка обвязана, нельзя было подходить, а кругом уже дети все облюбовали старту, облюбовали, да, и даже уже интересовались, когда уже можно, когда уже вы эту ленточку Я так разумею, что для жермунских деток это был такой, ну, великий-великий подарунок, а те, кто до бабули там на лето приезжают, так само могут или тут только для местных? Нет, все могут здесь отдыхать, очень было много у нас лето, многолюдно. Тут детей очень много, место очень хорошее. У тянечку так аккуратно. Да, это... Если погреться на солнышке, можно выйти. Если зажарко, можно в тенечке спрятаться. И немножко от дороги удаленно. Очень хорошее место. Во, супер. Ну что, сябры, вырашила я, а спортсменница. Значит, купальный сезон близко. Может, я купальничка вырашу напялить в этом году. Значит, тому приступаем для физических нагрузок. На этом с вами, сябры, и развитываюсь. Тому, что, ну, процесс спортизации моей, и он, значит, повинен проходить без лишних глаз, чтоб не позориться сильно. Усім доброго настрою, спортивных досягненняв. Наперед, а жермунскому господарце жермунской. Кастрычнику жадаю поспехов, добрых урожаев. Дякую за сьогоднішню зустрічу. І щоб от таких от подарунків для жихарів Жермун було як мага болі. Доброго дня, настрою і усього самого найліпшого. Поїхали!